Всем привет, меня зовут Сорокин Андрей, я универсал ФК Сахалина. Против Спартака за Ростов, когда 3-0 выиграли, эмоции вообще непередаваемые, конечно. Премьер-лига это... И еще обыграть чемпиона России нынешнего. И, конечно, колоссальное удовольствие. Конечно, медаль. Все хотят же приходить сначала футбол в детстве, чтобы выигрывать. Всем нравится это чувство победы. Ну и, конечно же, деньги тоже немаловажный фактор. Это непередаваемое ощущение. Хочется прям выйти на поле и слушать, как трибуны кричат постоянно. Подбадривают себя, вперед гонят, и это прям добавляет такого азарта, что глаза загораются с таким огнем прям вообще большим. Отец сам занимался, отдал меня, привил эту любовь к футболу. Ну и как-то с детства все мечтали быть полицейскими, там, спасателями. У меня сразу футбол был на первом месте. Я не отдыхал толком. У меня диплом, защита, институт был. Было два сбора с Ростовом. Отдохнул там после перерыва неделю, после вторых сборов в Ростове неделю. И все, и сюда приехал. Но если не считать Москву, родной город, то Краснодар, Казань очень понравились. А если за границей, то это Италия, конечно, Милан, Венеция больше всего впечатлили. Мое я, высказывание себя, я, не знаю, хочу чем украсить свое тело. Начал одну и все, и не остановить. Боюсь насекомых, личинок, гусениц, всяких вообще жуков, пауков. Стараюсь обходить их стороной. Это крабы. Икра, рыба, 8 часов разницы. Хороший тренер, отличный психолог. Ну и я с ним работал полгода, и я знаю его требования, мне они достаточно близки. Чтобы получать игровую практику и доделать начатое. В прошлом сезоне не вывели команду, сейчас будем выводить ее.